Monsieur Ivanov accompagne Andrei, son fils de 13 ans. Отзывы просто наши родственники уже были здесь. Они там 3 года ездили. Так что... И пусть почувствует самостоятельность. Тебе сколько лет? Ну, даже не представляю себя. Наверное, там будет трудно. Может быть, и не очень, конечно. Le chef du camp, c'est l'homme au béret rouge. Le capitaine Gennady Korotayev, 45 ans, un ancien des forces spéciales de l'armée rouge, les fameux Spetsnaz. Pour tester les futurs défenseurs de la Russie, le capitaine Korotayev a un moyen infaillible, les tractions. Эти хлюпики. Хлюпики, вот я вижу там, ну, человека 3-4 нормальных таких, с кем можно работать, все остальные. Сложно, сложно все это. Андрей avait raison de s'inquiéter avant son départ. Le garçon vient de faire un malaise après son exercice. Sous le regard des autres enfants, l'infirmière du camp vient à son secours. Ну как давление у него? Давление аппарат. Пускай пропускает, не могу. Один раз там померил, что-то он повторил. А что вы там? Ноги холодные, нагрузки получили. Ну, значит, в легкую, в легкую группу его. Ясно, сделаем поправку на все это дело. Андрей a décidé d'abandonner. А дом не будет тошнить? Дом, не знаю, мама может поможет, в больницу везет, не знаю. Ну давай и мы тебя в больницу отвезем. Не, у меня у мамы тоже в больнице работает. А, ну давай отвезем. Вопросов нет, нет. Вопросов нет. Тебе взрослеть надо, дорогой ты мой. Взрослеть. Да? Сломался, что с ним происходит. Ну, его изначально нельзя было к нам брать. Сейчас его мама привезет домой, он опять будет сидеть возле компьютера. Сердце он свое больное тренировать не будет. Ничего он делать не будет. А потом до каких лет он доживет, одному Богу известно. Андрей va rentrer chez lui. En attendant, il est de corvée de patates. Ce sont les tâches réservées au groupe des faibles. Ну, не знаю, даже радоваться или нет. Мы радуемся. Да, мы радуемся. Что, он уезжает? Да. Почему? Одним человеком меньше, другим будет больше. Я ужасно. Pour Andrei, le camp s'arrête là. Deux jours après, son père le ramène à la maison. Mais honteux, il refuse de nous parler.